Приветствуем вас, друзья! Вы на канале Велес Мастер. С сегодняшнего дня мы начинаем свое собственное расследование по факту заключения под стражу Олега Зубкова. Вкратце напомним официальную версию его задержания. Суд в Крыму приговорил директора парка Львов Тайган и зоопарка Сказка Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Белогорского районного суда. В сентябре 2021 года при посещении парка жительница Краснодарского края и ее маленький сын находились около вольера с амурскими тиграми, возле которого имелся отжимной барьер, не соответствующий нормам действующего законодательства РФ, не обеспечивающий безопасное расстояние, в связи с чем посетители оказались в непосредственной близости к вольеру с хищниками. В результате нападения тигра мальчику 2020 года рождения были причинены повреждения левой руки, повлекшие ампутацию одного из пальцев. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Велес Мастер» по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на наш канал, будет много интересного.